Привет, с вами Эмиль Карлсон из города Рим ам Хинзее. Сегодня 7 июня 2023 года. В этим летом я впервые выехал из своего города и впервые использовал Deutschland Ticket. Ну, так как я считаю себя летописцем, скажу, что Deutschland Ticket первый раз применили в 2023 году. С 1 мая можно с этим билетом ездить по всем Германиям, по местным линиям. И он также действует на местные автобусы и трамваи внутри города. Допустим, я со своего города могу поехать в Мюнхен, Зальцбург. Я думаю, что практически по всей Баварии бесплатно. Не бесплатно, конечно. Сам билет, значит, стоит 49 евро. Ну, вы знаете, в прошлом году был 9 евро. Я много путешествовал, мне понравилось. Но сейчас купил за 49 евро. Билет загружается на смартфон. В некоторых местах можно купить чип-карту, пластиковую карту. Вот. И вот сегодня первый раз, если в Deutschland Ticket путешествовал. Подписывайтесь на мой канал, я буду много рассказывать про путешествия, юмор. Ставьте лайки, пишите, что вы хотите, может быть, узнать про Баварию. Кстати, я сегодня не замужем, не женат. Так что, кто хочет со мной познакомиться, кто живет в Германии или в Зальцбурге, пишите мне комментарии, познакомимся, пообщаемся. С вами был Эмиль Карлсон. Tschüss.